Кала Бок, Лисичка Сестричка. Знаю Кала Бок. Я знаю принцессу Елену. Я знаю Красная Шапочка. Рапунцель. Star Wars. Алилель. Анна. Это из мультика «Холодное сердце». Дарт Вейдер. Бэмин мой любимый персонаж мультика. И козел. Я просто люблю его. Я люблю этого персонажа. Да, еще про Буратино. Это персонаж, у которого растет нос, когда он говорит неправду. Буратино – это такое имя его. Буратино знаю, но я не пам'ятаю казку. Це такий хлопчик. Він сказочний. Це даже не настоящий герой. Окей. І стиль веб. Буратино стало створено з картона. Картона була сіла. Дерево було нос. Из дерева. Из дерева. Из полена. Блина и заклею его. С дерева. Его дед спиляв из деревца. И маленький деревце взял его, спиляв. А потом это деревце бабе принес в полотенечку. Они подумали, что это как сын. Їхній маленький. А потом дерево ожило на Буратино. Блін. Вивелся Буратино. А потом он пошел в школу, и после школы он был возле цирка. Окей. Потому что, когда папа Буратино делал Буратину, пластмассы еще не было. А было только дерево. Потому что у папы Карла было только бревно. Поэтому Буратино было из дерева. Потому что он из деревяшек. Вот того, что баба, наверное, хотела с дерева. Буратино было из дерева, но лучше из металла. Ну, из картона, из бумаги. Тогда он вообще не смог ни ходить, ни говорить. Окей. Потому что добро всегда выигрывает. Потому что сказки – это же для детей. Поэтому они всегда хорошо заканчиваются. Потому что тогда все дети грустят. Ну, чтобы было весело, не сумно. Если кінцівки будут сумні, так будет сумно самому. А если будет веселі, буде веселий настрій. Потому что добро подбирает зло.